Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор автоинструментов компании Top Tool JCAI8002. Набор состоит из 80 предметов. Набор универсальный, так как в нем представлены и клещи, и плоскогубцы, и трещотки, и также головки. Ну, дальше мы разберем комплектацию отдельно. Инструмент Top Tool имеет массу положительных отзывов. С ними можете найти очень много их в интернете. Инструмент профессиональный и имеет пожизненную гарантию. Набор поставляется в картоновой коробке. Такая полноценная коробка. Здесь, правда, на английском указывается преимущество данного набора. Переводить мы их не будем. Сбоку указывается комплектация на самой упаковке. И где инструмент производится, это остров Тайвань. Начнем с трещоток. Две трещотки в наборе. 1,4 дюйма маленькая трещотка и 1,2 дюйма, это большая трещотка. Длина трещотки под 1,2 дюйма 265 мм и маленькая трещотка 150 мм. Ручка здесь пластиковая полностью. Зубцов 36, то есть она считается силовая. Трещотки разборные, сам механизм. Ремкомплект к ним продается отдельно, то есть можно заменить вдруг, если она у вас выйдет из строя. Это нужно очень приложиться, так как инструмент высокого качества. Есть реверс, флажок переключения право-влево, быстрый сброс головки и фиксация головки на трещотке. Ручки пластиковые. И то же самое у нас на маленькой трещотке. Флажковый переключатель, быстрый сброс, 36 зубьев. Далее, плоскогубцы. Есть здесь длинногубцы и клещи. Длина плоскогубцев у нас 185 мм, длинногубцы 215 мм и клещи 245 мм. Рукоятки здесь идут пластиковые. И также на клещах рукоятки пластиковые. Так, далее удлинители. Под 1,2 дюйма у нас два удлинителя, 250 мм длины и 125. Под 1,4 у нас идет два удлинителя, 100 мм и гибкий удлинитель 150 мм. Это для труднодоступных мест. Два Т-образных воротка. Под 1,4 Т-образный вороток с плавающей головкой, длина 11,5 см. И такой же есть под 1,2 дюйма, длина 250 мм. Фиксируется на посередине, есть такая выемка, у вас их защелкнулась. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка пластиковая. Есть присоединительный квадрат, то есть можете сюда подсоединить трещотку, получите отвертку с реверсом, удобнее будет крутить. Данная отверточная рукоятка применяется или с битами, которые идут в боксах, такие под 1,4 дюйма. Общее количество бит здесь 21 штука. Шестигранные, торксы, шлицевые и крестовые. Переходник одеваете на саму вот эту отвертку, отверточную рукоятку, и сюда уже вставляете нужную биту. Также можете биты через этот переходник применять шуруповертом. Далее молоток. Длина 300 мм, вес 300 грамм. Рукоятка. Указывается надпись «Орех». Весвичные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки, для того, чтобы свеча не упадала при откручивании. Два кардана. Под маленькую трещотку и под большую. Карданы здесь скреплены
заклепками, то есть они не разборные, здесь заклепки черного цвета, это, наверное, усиленные идут, хромолиденовая сталь. И теперь головкам. В наборе под 1/4 дюйма у нас 10 головок, это коротких, и под 1/2 11 головок, также короткие, это 1/2 и 1/4. 1/4 у нас самая маленькая, это 4 мм, самая большая 13 мм. Под 1/2 у нас самая маленькая 14 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 215 грамм. Очень хорошая полировка на инструменте Top Tool. Все гладко, и в новых наборах, вы когда покупаете новый набор Top Tool, он идет, тут немного смазки есть на инструменте. Головки длинные, здесь в наборе этом их немного. 6 штук по размерам 8, 10, 12, 14, 17 и 19. Это длинные головки. И набор ключей. 9 штук. Очень мне нравится такая форма ключа. И кто работал на СТО, тоже говорят, что очень удобно. Видите, что рожок немножко загнут вниз. И рукоятка, она не широкая идет, а узкая. Очень удобно лежит в руке. Очень хорошая полировка инструмента. Это нужно подержать в руках, потому что на видео сегодня не передашь. По размерам ключей у нас здесь 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 и 19 ключ. И набор отверток. Здесь их 5 штук. Шлицевые у нас. Так, 2 шлицевые и 3 крестовые отвертки. Рукоятки пластиковые. Есть маркировка на самой ручке. И маркировка сверху также на рукоятке. Весь инструмент на кейсе подписан по размерам. Допустим, если это головки подписаны по размерам, какой ячейка головка, а также ключи промаркированы на пластике. Вопросов по литью инструмента совершенно нет. Все очень гладко, все очень качественно. И теперь по надписям на инструменте, потому что это очень волнующий вопрос наших покупателей. Теперь по надписям. Возьмем удлинитель. На удлинителе надпись Top Tool. На металле есть и номер по каталогу. В данном случае это CAAA1605. Вот по этому номеру вы можете найти в каталоге Top Tool. Вот у нас каталог, бумажный формат. Такой же самый каталог вы можете скачать в интернете. Есть PDF форматы. Вот по этому номеру в этом каталоге вы можете найти любой инструмент, который представлен в данном наборе. В данном случае это удлинитель. Это подтверждает то, что у вас инструмент идет профессиональный и, как говорят, не подделка, а оригинальный. На трещотках также есть номер по каталогу. И видите, надпись Top Tool на пластике. Но тут надпись не стираемая, потому что буквы прессованы в сам пластик. Не просто надпись краской, а то же самое на рукоятках плоскогубцев. И также номер есть на плоскогубцах Top Tool и номер по каталогу. То есть на каждой единице инструмента есть номер. Вот. В данном случае даже гибкий удлинитель. Молоток. То есть все пронумеровано, везде есть надписи Top Tool. Ну и ключи то же самое. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе. Кейс соединен широкой зависой. То есть он не цельный, то есть состоит из двух частей. Надпись Top Tool есть на верхней крышке. В кейсе, внутри кейса стороны. Запирание на пластиковые защелки. Также надпись Top Tool есть на замках. Все хорошо держится, ничего не выпадает из верхней крышки, потому что есть инструмент вроде бы и качественный, начинаешь закрывать набор, и все у тебя вываливается на нижнюю крышку. По габаритам кейса вес набора 8,4 кг, высота 9 см кейса, ширина 48, длина 34 см. На верхней крышке, видите, надпись Top Tool. Все очень хорошо закрывается,
И снизу есть пластиковые ножки, чтобы кейс у вас не ездил по столу. Вот, 4 ножки. Как видите, здесь наклейка также присутствует с маркировкой, что это за набор. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Рекомендуем однозначно к покупке инструмент OpTool. До свидания.